В рамках празднования Дня транспортной службы УИС прошел смотр-конкурс водительского мастерства. Сотрудники ГУФСИН из подразделений Владивостокской оперативной зоны соревновались в знании ПДД и умении скоростного маневрирования. Основные требования – это профессионализм при управлении транспортным средством, это состояние закрепленного автомобиля, то есть это содержание его в чистом виде, в технически исправном состоянии, укомплектованность его. В основном проверяется в соответствии с федеральным законом 196 о безопасности дорожного движения. Мероприятие началось с смотром транспортных средств. Проверялись укомплектованность, внешний вид и санитарно-техническое состояние автомобилей. В ходе проверки практических навыков сотрудники выполняли учебные упражнения разной степени сложности. Среди таких упражнений – круг, змейка, бокс и другие. Лучших отметили памятными призами. Дмитрий Беломестнов, Владислав Шлыков. Новости на Восьмом.